Всем привет, с вами 5. Все, продолжаем, блядь, Resident Evil 6 за Аду. Больше мы прошли первый эпизод, вот уже второй эпизод продолжаем. Да. Так. Это у нас такой город. Это из города. Теперь надо найти путь в лабораторию Симонс. Не могу провести, чтобы он пошел. Это несчастный город, здесь необходимо раз. Следование. А, да, я же могу уже нажимать на паузу, чтобы прочитать субтитры, точняк. Ну, примерно вот так вот сделаю. Так, надо, короче, быть тихим. Я шпионка. О, а вот Леон с Хеленой. Ага. Леон, значит, и тебе вытянули, надеюсь, тебе хватило на это сил. Сейчас мы будем, что ли, им помогать, что ли? Ну, наверное, да. Фух, я думал, это вода, но нет. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Опа. Так, стакис. Угу. Ключик. Это какая-то ловушка. Ржавый замок. Сломать его будет слишком сложно. Не слишком сложно. Да, конечно. Легко. Вот и все, готово. А, первая чашечка. Похоже, мне это пригодится. Да, это была ловушка. Ой-ой-ой. Че? Ауч. Пора мне прибраться. Окей. Ауч. Не-а. Не-а. Все, что ли? Так быстро? Да, ну нафиг. Так. Ой-ой. Ага, ясно. Не открыть. Видимо, есть какой-то другой способ его открыть. Ну, как бы... Похоже, это может сработать. Но где остальные? Там, и там, и там. Хм. Кто-то мне так открыл. Красиво. Так. Да открывай ты уже. Агась. А там новое оружие. Просто так не сломать. Жаль. Раз у меня туда идти, так что я потом наберу это оружие новое. Когда-нибудь. Ой-ой-ой. Ну, это все очевидно. Вот так вот мы делаем. Ключик. Как раз нам нужен он. Понятненько, что очевидно, что дальше, да. Вот ты! Так, нет, было. Ой-ой-ой. Этот цвет, что у сундука, который я только что видел. Ага, вот, то есть... А, окей. Вот, а вы еще умные. Ах, у скотины какие! Решить головоломку. Типа, уничтожить его и... Вот и снайперка. Отлично. Но мне пока не нужна снайперка. Типа. Ну давай, говори что-нибудь. Ничего не скажет. Ну как бы, я сейчас уничтожу его. Вот и готово. Цель ликвидирована. Сейчас нажму на рычаг и готово. Давай, нажми. Да нажми ты ж, Ада. В чем, повеситься надо, что ли? Ну уж нет, я не хочу вешаться. Хотя там какие-то
висящий еще есть. Я знаю, что мне туда надо идти, но что-то надо подумать немножечко. Давайте подумать. Я вышел с той комнаты и нашел рычаг. Что он активирует у нас тут, типа? Ничего. А у нас там какой-то ящик. Да понятно, что надо на этот нажать, на рычаг, но он не активируется. Не активируется. Ничего не делает он. Так, сейчас еще подумаю. Так, у меня какая-то идея появилась. Смотрите-ка, что я увидел. Ага. Это типа враги, что ли, типа местные? Ну окей, я всех перестреляю. Блин, мне так просто так патроны на халяву дают. Ага. Ой, еще появился. На халяву дают патроны. Все новые и новые появляются враги. Просто так их убить невозможно, то есть. Так. Вообще много патронов вообще дают, вот. Даже комбинировал еще с травой. Так, надо немножко подумать, типа поразмыслить мозгами, то есть. Так. Или надо в правильном порядке, может, пострельнуть. Сейчас подумаю. Здесь где-то должна быть подсказка. Я хотел уже выходить из комнаты, думал, что-то там надо, там какой-то рычаг надо дернуть. Нет, теперь она что-то заговорила, что какая-то подсказка должна быть. Например, какая, блин? Например, какая? Объясни мне. А, да. Раз такая умная. Я не понимаю, где подсказки тут должны быть. Чё, туда смотреть? Ну и чё? Враг как враг. Висит цветом, висит. Я не понимаю. Короче, смотрите. Как я мог догадаться, что можно эту штуку тянуть туда-сюда? Оказывается, можно было так сделать. Сам вот наконец вот что-то вот подошел вот сюда, хотел, ничего не хотел сделать, и поэтому раз тут появилась вот эта штука какая-то, что можно туда-сюда ее. И на какой толк с этого? Ну потяну дальше. Сгодится? Нет, не сгодится. И чё? Надо, чтобы так ровно, что ли, было. Буду думать. Ну вот ровно сделал вроде как. Нихера. Не, нифига. Не знаю, что делать. Думаю, не знаю, что делать. Ты пришел смотреть в интернет. И смотреть что? Да уж. Не то я хотел показать, тогда сейчас еще заново. Так, например. Нет, подождите сейчас. Типа, наверное, не просто так показывали же вот это вот. Какого? Так, ну вот, например, еще подальше чуточку отодвинул, например, вот. Во! Вот так надо было сделать. Чтобы он дернул рычаг. Если бы не интернет, я бы долго думал, куда идти. Вот и все, пришли куда надо. Что опасные головоломки какие-то. Чего? Опять головоломка?
Окей, понятно, вроде более-менее. Пишите головоломку. Так, то есть... То есть... А, тут разойдено много. Да, будет трудно. Ну вот, например, тоже можно их толкать. Ну да, потолкаем. Ой-ой-ой-ой, тихо. Ой, этот можно дергать. Только не так, как надо. Ну, надо пододвинуть, наверное, немножечко. Мост уже не встанет же, да? Вот так вот, чуточку. Теперь прямо. А вот тоже более-менее нетрудно. Все, харе. Вот так вот. Ой, последний появился. Давай сюда, иди. Эй, иди сюда. Тут понятно, какого надо уничтожать. Давай, иди сюда. Иди сюда. Ну, что ты обходишь? Я же здесь стою. Давай, подходи. Эй. Не понял. Вот. Вот так вот. Не трудно тебе стало чуточку здесь именно. Вот теперь можно здесь пройти, ура. Контрольная точка, ура. Так, рычаг. Я, блин, все патроны все потратил по этому, по этой вот пуколке. Не знаю, что делать. И в чем головка заключается? Понятно. Спасибо. Патроны на халяву дали. Еще дают, и еще. Классно живем. Вообще-то я знаю, что надо сюда идти. Вот так. Ага. Понятненько. Понятно, все понял. Здесь где-то должна быть подсказка. Какая подсказка? Я понял, что тут... Если прыгнуть, тут можно упасть. А они еще бронированные. Так что невозможно туда пойти. А если этот к нему стрельнет? Типа бесполезно туда идти, так что надо еще думать, как тут надо обходить. Дайте подумать. Я, блин, всех двоих перебил, этот остался, вот, бью, а он не умирает еще. Он там, где-то там, что-то с ним разговаривает. Я же спрыгну и... упаду. Бессмысленно. Сейчас покажу только сцену, как там это, один поклинается этому. Типа, один смотрит на этого, типа. Но этот смотрит на вот этого трупа. Типа, что-то здесь не так. Сейчас, подождите. Все, я посмотрел, что надо было делать. Чтобы все отошли от этого края, и чтобы я перепрыгнул. И вот один там застрелся из моего арбалета, а другого тоже отправил на арбалет туда. Вот, ну-ка. Во, надо, чтобы другие перешли. А то я думал, что, почему так? Типа, я думал, что тут вес. Ага. Возьмешь с собой, наверняка пригодится. Да, Леон пригодится на будущем, я это помню. Типа, ведь тут же это... Как там? Я думал, что надо очистить их, чтобы они исчезли, чтобы я мог перепрыгнуть, когда это было в Demon's Cry, в третьем части. Когда лифт был. Но тут было, но то по-другому, надо их, чтобы конкретно они ушли. Да, уж трудно было с головоломками. Продолжаем.
Вау-вау, осторожно. Вниз. Ладно. Что это тут у нас? Опа-на. О, второй глазик. И зубик еще. Хотите поиграть? Ну хорошо, кто не спрятался, я не виновата. И кто будет первым? Да-да-да, мне все решать. Кого первым застрелю? Кого первого убью? Ну, я понял, просто надо их понаходить их и убить. Кто ты первый? Ну да, просто так они не дадут мне. Да ладно, ты куда? Сюда нам, сюда. Мне надо что, всех перебить, что ли? Без проблем. Ага, отлично. Вот так. Так, давай, сдохни ты уже. И ты тоже. Да, ну просто перебить надо всех было. Не трудно, не трудно. Что еще? Говорит, говорит им всем, чтобы они... Ах, скотина. Так, хорошо. На. Блин, бронированные они все уже, они бронированные. Тыщ. Тыщ. Ахась. Опасные типы. Тыщ. Скотина, а? Вот, только не он, только не он, только не ори на меня, а? Боже, уста. В голову попадай. Ладно, и так сойдет. Вот так. Да не ори ты, а? Может быть, этикет, кстати, может быть и синяя штука. Синяя, синий медальон. Ну, вы поняли, наверное. Окей. Так, ладно. Мы нашли самого, кого надо было. Вот, только не этот. Только, блин, не этот. А, скотина. Ну-ка, я уничтожен. Ауч. Один готов. До свидания. Ой-ой. Чё? А. Окей. Так, окей, вот. Зубик к этому. Агась. А, это нос какой-то. И последний там, там вот. Как добраться-то? А, вот. Агась. О, чёрт! О-о-о! Чёрт! Проиграл.
Так, еще раз. Сразу же. Ада, быстрей. Вот. Ага. Ну что ж, пшикни на меня. Нет. Пустите меня, пожалуйста. Ай-ай-ай. Скотина. Скотина. Вот нафиг, с дробовика застрельнул. А вот что за громага идет. Нет, ты не будешь сюда лезть. Отойди от меня. Спасибо. И ты последний, иди сюда. Все отлично. А давай то, что мне нужно. Угась. Хорошо. Окей, понял. Все, ставили. Отлично. Ты псих, Симонс. Такие же эти, какие же эти твари? Такие же, как эти твари. Так, давайте теперь без подставы, пожалуйста. Все, идемте, уходим отсюда. Проверим мое предположение. Да, ты права, ты всегда все права. Что-то теперь давно не было головок, а теперь уже раз и появились за аду. Че так? Ничего так. Ах ты, блин. Все же туда надо было идти. А, ой. Еще лучше. Вот так. Сейчас дойду, блин. Ладно, сейчас дойду. Так, вот. Стреляем оставшиеся. Вот уже вырисовывается. И последний. Все. Рык. Так, это один, ничего такого нету? Нету. Ладно. Продолжаем дальше. Чуть-чуть. Дебора, держись, мы близко. А, сейчас будет босс. Не отключайся, хорошо, Дебора. Точно, помню, помню. Выжидает момента. Ну, мы же помним, за Хелену и Леона играли же. Не-а. Вот так. Да-да. У тебя вид, как будто ты признал призрака. Призрака видишь, то есть. Или что там было написано, не правильно почему, наверное, ладно. А, да, что-то происходит, что-то возьми. Все сложно. Но нет мест, не в это время сейчас рассказывать о том месте, ну, поняли. Не время. Эти мостики долго не прожалуются, надо идти. Прости, Дебра. Это моя вина. Хелена, отойди от нее.
что, не стреляй, пожалуйста. Вот надо сражаться теперь с ней. Павиан стрелы. Ага. Да, что надо спускаться вниз. Дебора, ты где? Это больше не она уже, она монстр, ты все забыла. Ну да. Вот красная трава, хорошо. Вот. Кольцо. Да, нужно тебе больше. Не помогай мне, неправильно, тебе не. Тебе все станет ясно потом. Окей. Okay. Это не слабое ценное кольцо, как мы помним уже теперь. И как мы уже поняли потом. Типа откуда оно взято, типа. Ах, блин. А, о, спасибо, Хелена. По-быстренькому проходим этот уровень, потому что мы помним, что да как. Ну. Окей. Давай, Леон, давай. Ну, вот это. Осторожно, насильно. Смотри за собой. На. Блин. Правильно сделал я. Дебора. А кто такой Дебора, вы вспомните, если будете смотреть мою прошлую серию за Леон, как я играл. С Хеленой. Мину поставил, сейчас взорвется. Если она дорога тебе, ты должна прекратить ее страдания. Может быть. Ну это какой-то кошмар. Йо-йо-йо, тихо-тихо. Так. Вот что-то было. Что-то было. Ладно, арбалет, арбалет. Тише. Хорошо, точно. Вот так, вот, точно, забыл же. Хорошо, точно. А снапики будут стрелять. Ага. Хорошечно. Ты не убегай, ты, а? Катина. Ой-ой. На. На, я тебя подорвал. Так, давай. Тыщ. О, отлично. А, да, Хелена,
Мне нужна помощь. Чем больше меня меняется, тем больше становится прежним. Да, ты сам там справишься. Наверное. Так. Эй, Хелен солнце отправляется. А, это будет долго. Спускаемся. И спустились. Надо же Леону подождать, понятно. Ага. Ага, ага. Прыг. Молодец, Леон. Теперь едем дальше. Все на борт. Сейчас надо отстреливаться. Будем надеяться, что этот экспресс наш уберется сюда. Я бы не был так рассчитывана. Да блин, я же успел почти. Да, Улина опять она появилась. Остановите, остановись, Дебора. Это же не ты. Опять эти стрелы включу. Бора. Только не говори, что ты лучше пишешь. Я знаю. Ты знаешь, что этого не знаю. Ладно, все. Ауч. Да блин, скотина. Дробовичок. Ауч. Окей. Окей. Ой-ой, ауч. Ну ладно, не разбились. Эй, Хелена, все так ударилось, взмахнулось. Там на точка, агас. Да блин, да ты, ладно. Так, ну вот, приехали куда надо. Наверное. Шаверная. Наверное, да. Так, ну вот. Вроде выбрались, все. Дебора. Спасибо, Леон. Перезаряжайся быстрее. Скорее. Блин. Так, вот у меня есть такие патрончики. На! Пу-пух. Сейчас должно помочь. Помогло? Дебора! Да, помогло. Ура, все. Хелена! Пока. No more tears. Хватит слез. Я отпущу за твою смерть. Я отомщу за твою смерть. Please. Прошу. Прости меня.